Мы чемпионы! Они собрались все вместе, и начинающие спортсмены, и те, кто не носит ничего тяжелее записной книжки. Они участники большого спортивного праздника. Главная цель – выполнить нормы ГТО. Такое событие Щелковский район организовал вместе с Министерством физической культуры и спорта Московской области. Его посвятили году кино. Такое мероприятие стало большим подарком для жителей Фрианова. На этой территории после возрождения ГТО оно проводится впервые. Труд, спорт во Фрианово всегда был в почете. Были наши хоккеисты, наши футболисты играли по всей области. Ну, то есть, был всегда спортивный поселок. Потом, сами знаете, были такие немножко времена затмения. Это 90-е, все как-то стало позабываться. И вот сейчас, конечно, очень приятно, что все вот это начинает возрождаться. И не только у нас во Фрианово, а по всему району. Все испытания добровольные. Участвовать могли и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины. Все от 6 до 70 лет. Пришедшие подтягивались, тянули гири, прыгали, качали пресс и даже стреляли. Чтобы выполнить нормативы ГТО, мне нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru, получить уникальный идентификационный номер и прийти в центр тестирования, либо на такую мобильную площадку. Здесь мне вручат карту, и с ней уже могу идти выполнять. Для сегодняшних школьников пополнение нормативов – это в первую очередь дополнительные баллы на вступительных экзаменах. Их можно накапливать. Организаторы обещают в ближайшем будущем и бонусы по карте, скидки в фитнес-клубы и спортивные магазины. Для некоторых здесь спорт – это образ жизни, а некоторые просто проверяют себя. Чтобы быть сильным человеком. Посмотреть, на что ты способен. Да, быть готовым ко всему. У меня, восторг, то, что вот... буду сдавать, будут результаты какие-нибудь, я ведь стараюсь. Я всегда готов, потому что я занимаюсь везде почти, в романтике, в центре, в школе у нас бывают секции, тренировки разные. Это моя стихия, мне здесь хорошо, мне здесь как-то все удается, мне это нравится. Получить знак отличия ГТО в советское время было честью. Об этом хорошо помнят участники постарше. Они убеждены, что благодаря этому выросло не одно поколение сильных и здоровых людей. Многие из них теперь снова и снова приходят выполнять нормативы. Каждый новый раз – это шанс улучшить свой результат. Мы помним советские времена и как это было здорово, всем весело, когда все вместе. И сегодня мы смотрим, что праздник получился, и на самом деле мы вместе. И мы друг друга поддерживаем, удивляемся и радуемся. И укрепляем здоровье. Укрепляем здоровье. Мы очень рады, что мы вместе, нам хорошо. Хорошие результаты показывают жители поселка Фрианово. Для них это опыт, огромный, я бы сказал, опыт. Особенно впечатлили старшее поколение. Свое представление о ГТО из рассказов нынешнее поколение сверяет и делает свой собственный выбор. Такая же атмосфера есть. Раньше, конечно же, все было не так, более старинно, все в старинном стиле. А сейчас, все в таком более современном стиле. Допустим, те же самые лавочки, они другие уже. Марина Позднякова, телерадиокомпания «Щелково».